Если ваш телефон тормозит и глючит, не беда, ведь я вам покажу одну настройку, которую нужно отключить 100% каждому из вас. У вас лайки, подписка, с меня больше интересного и полезного контентика. Значит, смотрите, что нужно вам сделать быстро, чтобы телефон вообще не грелся. Для этого нужно зайти в настройки его телефона и здесь потапать вот так вот по версии MIUI. Дальше, вернувшись, спуститься вниз, и здесь вы найдете пункт, который называется «Расширить настройки». И вот здесь вот будет у вас «Для разработчиков». И вот когда вы сюда зайдете, у вас будут элементы в быстрых настройках. Показывать границы. Отключаем. Профилактировать HWUI. Выключить. Отразить интерфейс. Выключить. Анимация окон. Выключить. Трассировка OneSkype. Выключить. Беспроводная откладка. Выключить. Отображать касание. Выключить. Вот это вот сильно все функции нагружают телефон. Эта функция появилась недавно, вот этот блок настроек. Но он до скольки телефон греется от этих вот, если они все в куче включены, вы просто не представляете. Скорее отключите и наслаждайтесь быстродействием вашего гаджета. Всем добрейшего. Обязательно подпишитесь.